Резонер и Липлей серьезно так обновили дизайн сайта. Мне вот почему-то, знаете, я, возможно, такой старовер, но мне вот дизайн сайта, который вот сейчас есть, дизайн вот этот какой-то, ну, он четырехгодичной давности или вроде того, потому что, ну, он какой-то вот, знаете... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот опять-таки я себя как-то вот неловко чувствую, потому что опять-таки прошла новостная неделя. Я рассказал о большом количестве вот всех вообще проектов в GTA Сампе, может быть какие-то еще прочие проекты я задел, то есть рассказал обо всем вот этом вот, знаете, множестве проектов. Даже в одном из выпусков несколько вот этих вот проектов затронул. А про Arizona RP, проект, который по сути меня, так знаете, у себя под крылом держит, я почему-то не рассказал. Поэтому давайте сегодня я расскажу вам о редизайне Arizona RP, то есть прям вот редизайн, который вот новый будет, прям вот я сам еще до сих пор не верю, что вот нечто подобное будет в 2020 году, то есть в 2021 году уже даже. Я вот не верю, что вот все такое вообще может быть в GTA Сампе и в прочих вещах. Ну давайте, ладно, прочитаю вам сейчас новости, вы все сами поймете. Arizona Roleplay серьезно так обновили дизайн сайта. Несмотря на некоторые неровности, редизайн получился намного лучше, чем в прошлый раз. И давайте вообще посмотрим, что вообще тут есть, то есть обозреем, как вот я обозревал, допустим, какой-нибудь, я там не знаю, Diamond Roleplay, там, я не знаю, вот прочие какие-то вот эти вот все проекты. Давайте посмотрим, что вообще там такое случилось, что произошло и так далее. То есть, смотрите, заходим, тут сразу все понятно. То есть, вот главная страница у нас, она выглядит так, то есть там где-то справа есть вот, я не знаю, там, мониторинг, то есть там оценка обновления, как вам обновление, то есть есть какие-то видеоролики насчет Arizona RP, то есть много всего есть. И вот в самом деле видно, что Arizona Roleplay Play, они подзапарились. Мне вот почему-то, знаете, я, возможно, такой старовер, но мне вот дизайн сайта, который вот сейчас есть, он мне нравится намного больше, чем вот все остальное. То есть, в самом деле, вот мне нравится он намного больше. Я не знаю, с чем это связано, почему оно вообще все так происходит, но вот лично мне вот оно все нравится намного больше. Я не знаю, то есть вы можете оставлять свое мнение в комментариях, но лично мне кажется, что дизайн вот этот какой-то, ну, он четырехгодичной давности или вроде того, потому что, ну, он какой-то вот, знаете, ну такой себе, что-то вот эти вот квадратные аватарки ВКонтакте, там все вот это прочее. Кому это все надо, когда везде уже круглые аватарки? Я вот это вот я не совсем понимаю, разумеется. Но в целом, если они так вот думают, что типа им так будет лучше, то разумеется, ну пусть оставляют, хорошо, ладно. Может быть, этот дизайн сайта, он действительно будет намного удобнее, чем вот то, что есть сейчас. То есть, потому что сейчас, разумеется, сайт удобный, минималистичный, то есть кнопок по минимуму, все так, знаете, расположено хорошо, и там, типа, знаете, все переливается, ты наводишься туда, наводишься в то место, в другое место. Все, ну как-то мелькает, там туда-сюда вот это все делает, то есть эпилепсию полную у тебя вызывает, но это, возможно, моя шизофрения уже подоспела, тем не менее, ладно. И то есть дизайн сайта, который есть сейчас, но он мне нравится больше. Но вот если они это, разумеется, уже одобрили как конечный макет, как конечный дизайн, наверное, им все-таки виднее. То есть как я, человек просто сидящий там, я не знаю, за компьютером, говорящий что-то в микрофон, могу говорить людям, которые там поднимают миллиарды рублей в месяц, то есть о том, какой должен быть дизайн сайта. То есть откуда я все это могу знать? И мне, если честно, непонятно. То есть, но, разумеется, сейчас в 2021 году, ну, типа, ну ладно, хорошо, может быть, они введут вот такую вот моду на такие вот подобные сайты, на такие подобные, я не знаю, лендинги или что, как это все называется, если честно, я не знаю, но ладно, вот я обо всем рассказал, то есть все без воды, кратко, можете высказывать свое мнение в комментариях по поводу всего вот этого, знаете ли, сайта, дизайна, всех прочих вещей, то есть все это в комментариях, все это там делайте, все там круто, классно, так далее, то есть все, заходите, ознакомливайтесь, пишите, распространяйте, и другие вещи также делайте там, вот, чтобы все было круто, классно и так далее. Всем спасибо за просмотр. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также ссылочка на мой телеграм-канал. Все это находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до свидания, и пока.